Первым появляется в красном трико Абдиманап Байгинжеев. И вот его соперник Исламбек Ильясов. В этой весовой категории спортсмены соревновались в двух группах. В группе А значились Ильясов, Газимпур и Вики. Ильясов проиграл Газимпуру на туше, но сумел победить в главной схватке индийского борца, победить его со счетом 6-5. Ну и затем в полуфинале проиграл Ильясов, проиграл Давлумбаеву досрочно со счетом 1-12. Что касается Абдиманата Байгинджеева, то он был в одной группе с Давлумбаевым и с Пуней, но Пуня, как я уже сказал, в соревнованиях не участвовал, то, по сути, в группе Б был проведен только один поединок между Байгинджеевым и Давлумбаевым, который влиял только на распределение первого или второго места. Байгинджеев проиграл 0-7, занял второе место, вышел на победителя группы А Газимпура. И тому тоже проиграл сухую с техническим преимуществом 0-10. Так что Байгинджеев пока ни одной победы не одержал, но тем не менее вышел в схватку за третье место, в которой тоже проигрывает сейчас. Пока у Ильясова небольшое преимущество, в том числе в счете 2-0. Заканчивается вторая минута первого периода. Немного атак в этом поединке. Больше такая вязкая, плотная борьба. Пошел в проход Байгинджеев, сумел выполнить захват правой ноги и проводит бросок. Сейчас переворот не удался, да, я так понимаю? Или все-таки дали? Байгинджееву дали два раза по два очка. И преимущество теперь уже у него, у Абдиманапа. 4-2 он ведет. Ильясову все придется заново начинать. Последние 10 секунд первого периода. Борцы просто достояли до перерыва. Итак, после первой половины схватки Байгинджеев выигрывает у Ильясова 4-2. Қос қазақ балуандары қола медаль үшін таласуда.
бұл салмақ дәрежесінде адам саны аз болды, сол себепті бір ғана қола медаль сарапқа салынуда. Ал бас жүлде үшін таласта біз енді Әділет Дауылбаевты күтеміз енді. Ал қазір де қола медаль осы қос қандасымыздың қайсына берді екен, соны күтейік. Манап Байгенжиев қазір 4-те кесебімен алда келеді. Жағдай түзуге Исламбек Идясов барынша тырысуда. Бір жарым минутқан уақыт қалды. Байынжиев. Тек уақыт созып жүр. Енді Ильясқа қимылдау керек қойтылып жатыр. Жағдай түзу үшін күш салу керек. Қалған не бары 30 секунд енді. Осылай жіберетін секілді қой енді. Жігіттер. Келер айқалып жатыр өзің істеді енді. 20 минутте кейін болады. Сонымен бұл салмақ дәрежесін қола жүлдегер деп Абдыманап Байгенжиевті айтайық. Алғашқы сол жалғыз қола медаль иегері анықталды. Қола медаль үшін тартыс тол Исламбек Ильясов. Сөйтіп Қазақстан құрама командасы қоржында 6 қола медаль бар. 4 күміс бар. 1 алтын бар. Енді осы сәтке дейінгі жағдай келетін болсақ, Иран мен Қырғызстан 2 алтыннан алған екен. Словакия 2 алтын, осы 3 команда. Үндістан, Моңғолия және Қазақстанда 1 алтын бар.